Смотрите, какие красивые. А? Смотрите, какие красивые. Да? Смотрите, девочки, мальчики, какие красивые конфеты. 64 рубля. Ну, 65. Вот эти вот тоже. Ой, красота. Шикарно. Ой, такие вот есть, вот такие. Такие вот, смотри. Возьми. Сын ее вам не хочет. Вот ашановские такие. Вон они. Есть. 34 стоит. Вот. Такие конфеты. С ногой, девочки, мальчики. Вот такая. 35 рублей. А есть вот такая халвичная. 30 рублей. Такая вот халва. Есть вот такая халва. Разная. Ладно, пошли. 7 льна. Не, я бы купил бы 7 льна. Такое. 16 рублей 100 грамм. Всякие разные. Ладно, сахар. Сахар. За 100 грамм, короче, можно купить. Сахар вот такой. Сколько он стоит? 115 кусковой. Все, девочки, мальчики, я показал вот это вот. Есть вот такие конфетки. Вот такая княжеская сладость и конфеты. На подарок, как говорится, вот это, а это кипарис называется, Казахстан. Вот это вот тоже марсианка. Вот такая вот. Тоже классная. Видите, какие красивые. А тех нет. Ой. Ну, смотри. Такая вот, смотри. Это казахстанский, по-моему. Достык. 70 рублей. Вот это тоже вкусные. Ласточка ночи. Вкусные. Есть вот такая. Джек. Вот такая. Классная. А есть вот такая Венеция. Есть. Классная. Джек. А вот это вот, девочки, мальчики. Негритята. Пирожное. Можно купить 46 рублей. За 100 грамм. Сколько я тут, вот, как говорится, грамм в этой? Сколько я могу купить в граммах? Не знаю. Есть вот такая. Отвами называется. Это вот, смотрите. Вот это с печеньем ашановским, по-моему. Ладно. Ну, такие вкусные вкусняшки. Я люблю такие. Вот это вот. Ой. Паинька. Смотрите. Паинька. Вот это вот. Мини-тортик. Смотри, какой мини-тортик. Пойдем, это я дальше скажу. Ой. Это я показывал. Это тоже показываю. Сейчас покажу. О, вот это вот наши, ребят. Это вот наши. Наши новосибирские, девочки, мальчики. Вот наши. Наши. Вот эти, ну, тоже. Это новосибирские, да, вот это вот. Такая. Ну, просто, это вот 64. Это 74. Да, это вот, смотрите.
есть костер вот такой. Это все наши. Наши новосибирские конфеты. А вот это я не знаю. О, девочки, мальчики, каракум. Вот такая каракум. Это, по-моему, производство наше, новосибирское наше. Надо как-то купить. Вот, петушок. Ой, петушок, ромашка. Вот это вот хорошие, девочки. Чародейка называется. Метелица. Тоже наша, новосибирский. Ромашка, вот это вот. Ромашка, тоже хорошая. И вот это вот маска. Это наша новосибирская. Вот такие. Васильки. Васильочки такие. Вот это вот какао. Тоже ашановская. Ну, такую пачку можно купить. Да, ладно. Короче, а вот это вот, ребят, еще есть львенок. Клубника, банан. Вот это, о, птички, вот это роддом. Люблинская птичка, тоже вот это вот, как ее называется, птичье молоко, типа того. Птичка зима, зимолюбка, зимолюбка, девочки, мальчики, вот такая, не знаю, шаканда, манданда. Вот, вот это вот. Банановая тоже. Вот это есть, смотрите. Такие вот. Микс, микс. Хороший. Вот это вот, смотрите. Я люблю это. Это вишневый коктейль вот такая. 104 рубля. Дыня, дыня. Дыня, девочки. С грецким орехом. Я бы купил бы. Ты думаешь, сколько стоит? Ну, вот. Мне вот это нравится. Конфетка, а? Там можно пасть извести. Чернослив карамелина. Вот такая вот. Классно. Вот это вот тоже. Выбор большой, ребят. Выбор большой, ребят. Это вот. Это чье? Труфели, девочки, мальчики, труфели, 34 рубля стоит. Воздушный рис называется. Вот это курага, ребят, курага, 104 рубля. Не знаю производство чье, просто показываю. Все, мои. Что будет интересно, покажу. Клубника, девочки, мальчики. Так, стоит 369.99. Ну, короче, поняли. Наша смородина красная. Смородина Турция. Я не знаю, как. Есть вот такая вот. Голубика, по-моему. Или как? Голубика, голубика. По-английски как-то называется бэйбери, по-моему, бэйбери. Есть голубика. Есть голубика вот такая. Короче говоря, я даже жрать хочу уже. Ребят, вкусно. Да. Смотрите. Рабутан какой-то. Да, рабутан вот такой. Три штуки. Тоже я. Короче, вы поняли, да?